Поехали посмотрим. Да, дека, конечно, лак. 7 кв это на Эволонов на эту игру. Ну, 6.08 там на них, по крайней мере, на GGBet. Конкретно сейчас такая циферка. А, сори, ребят, сори, не попробовал я поискать по героям. Простите, пожалуйста, уже маленько отвлекся на всю эту историю с тем, что дека выкинул. Давайте попробуем все-таки найти эту игру. Мое предложение. И замечательно. Челик на Тайтхантере, это тот самый Мунминдер. Нет, это просто Мун. Это просто Мун. Это не Мунминдер. Это не он. Ой, как хорошо, что я вспомнил, что можно не рестримить, можно зайти послушать звуки Dota TV, наслаждаться жизнью, так сказать. Ну и поехали, посмотрим. Ага, ага, ага. Ага, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Только это Ньюби Роял. Чел на комментаторе что-то не то сделал, короче. Geekfam Avalon. 8 зрителей. Ладно, все. Тоже грузится. Тоже замечательно. Простите, пожалуйста. Стример, ты тут. Стример на месте. В чем проблема? Стример просто не туда зашел. Стример зашел не в тот матч. Борис Албек, он в матче Ньюби Роял. В общем-то. А не в нашем. Так-так-так. Вот у меня лаг, зависло изображение, звук. Who knows? Так, муши отрезают крипчиков. Понятно, старющая история. Муж где-то уже варту умудрился у нас снять. В принципе, мы с вами ничего не пропустили. Темпларочка стоит у нас в миде, получается, против тролля. Сюда... А, ну да-да-да, против тролля, против кого же еще. Есть у нас Шадушман плюс Лина. Плюс Тайтхантер, нормальный такой бодиблок. Рейвен, соответственно, в боте находится на Лондруиде. Ну и на топе Бристлбек и Висп. Супер олдскульно, Висп плюс Бристлбек. Прибавим к этому Виспа плюс Лондруида, Виспа плюс Темпларку. Как бы это не Висп Гирокоптер, это не Висп Тини, что раньше было супер актуально. Не Висп Луна, допустим, но в целом комбинации более-менее неплохие, на мой взгляд. Так, станчик направления Лоундруида, Рейвен, есть Savage Roar, неплохо. Слушайте, а по идее Рейвен здесь соло-то не постоит, как бы против даблы этот Лоундруид, мне кажется, еще стоял бы. Но не против триплы, на мой взгляд. Без ЦК, ну да, да, легендарная, в общем-то, история. Было бы круто, мне кажется. Так, так, так. Ждем кому-то с карки. Меня больше интересует Тини Кентавр. Постарее. Да, кстати, выход на Селсрай. Слушайте, заберут ведь сейчас Тиммера, да? Заберут тут, да плюет его. Бристлбек, мне кажется, да. Вела, вела, вела. Квилл спрей очередной. И, в общем-то, все получилось. Красиво. Молодцы, Фестблад для Geekfam. Так, Солвинг появляется у Бристлбека. Вот прям уже. Ну, нормально. Три Мангуса, Сталшилд. Другой вопрос в том, что сначала там планируется доставить, точнее, в Резбен для Темпларки, только потом уже Солвинг для Бристлбека. Как же он плюется. Боже, вот, ну что делать Тимберу? Что делать Тимберу? Что? Что, муж и здесь? Не самый лучший станчик. Вайпер плюс Веник плюс Луна. Это Кэнсер Билл ты имеешь в виду? Жду, честно говоря, Вайпера через Кади или Виномансера через Кади. Это было бы жестко. Это было бы супер жестко. И Сашу Яшу с Лестер Мэймом, да? Ну, раньше так играли, по крайней мере. Может быть, не рофлили, но играли. Все равно. Так. И вот, что ты сделаешь этому Бристлбеку сейчас, да? Вот, честно, что ты ему сделаешь? Бристлбека, кстати, класснючие таланты. Особенно меня прикалывает 25 к здоровью. 25 крон, это классно. Фингал, луна и дровка. Ну, так играли. Так играли, такое было. Чем было не так-то давно, мне кажется. Сейчас, конечно, самая модная тема — это под гримстрока какие-то класснющие комбинации мутить, как бы. Все остальное это так уже, ну, скажем, попутно.
Так. Но, по идее, пик Эвела мне нравится. Не знаю почему. Он вполне таки танковый. Они могут нормально пофармить на линиях. Но ловить кэф на гикфэм все равно будет нелегко, я думаю. Но будем на это надеяться, так сказать. Бристлбэк далее. Это будет сапог. Квиллинг Блейд себе запланировал. Стики. Ну, многовато промежуточных артефактов, конечно, у него будет. Дальше ты набираешь себе ПТ-шечку, допустим. Ну, там уже по вариантам. Вообще обожаю Бристлбека через Кримзон Гард, через оверплотность. Кримзон Гард, какой-нибудь там Лотус, Тарасочку, Пайп. Пайп здесь будет юзабелен. Мне нужны ФТ над гиков. Какой коэффициент на ФТ над гиков, скажи мне, пожалуйста. Марафон с 200, почему марафон? До скольки? До скольки или так? До 4К. И ты каждый раз ставишь фул? Нет ведь? Просто мне кажется, что когда ты принимаешься с 200... Надо поставить, ну, типа 200, наверное, или 100, я не знаю. Ну, ты же не будешь ставить там по 30, да, и подниматься на 30. Ну, короче, напиши, потому что это интересная тема, если честно. Я не особо в этом шарю. Ставлю фул, в смысле? В смысле? Ты каждый раз рискуешь всем, что у тебя есть? Да, ну, быть не может. Так, ну здесь Рейвен, ну, активно он гоняет Муна. Спросили, тот самый Мун это или не тот самый? Я вот думаю, если бы Мун Миндер сейчас играл в Team Avalon, это ведь было бы вообще падение, да, Мун Миндера, так сказать. Рейвен богатство, Ксефер богатство, Муши богатство, 4 баунти руны для гикфемов. Ребятки, Бристлбэк с ботлом. Ботл можно накинуть здесь на Ксефера. Окей. Ну и замечательно, да-да-да. И отдать ботл Ксеферу. Это ботл именно от Вэлла, про это не стоит забывать. Ну, понятно, логично, то, что он должен быть именно у Виспа. Кстати, Тимбер 23 на 1. Это неплохо. Он рискует по факту... Ну, вот смотри, 200 рублей начальных, но в определенный момент у тебя ведь есть 3К, и ты такой, да, я как бы не потеряю больше, чем 200 изначальных, но ты ведь и не получишь эти 3К. Психология-то такая. Но это, видимо, я один скупердяй и такое... Пока не вывел, считай, что их нет. Абсолютно верно, да. Наверное, так правильнее считать. Висп, хилочка. Нормально. Нас Интусей тоже получает очень приличное число хитпоинтов. Ну и стоит нормально он против Лины. Лина смог. Окей, хотела она заводить тычку. Кстати, Лина сейчас заберет эту руну хасты. Видимо, она не достанется Виспу или в Темпларке. Ну и на топ, в общем-то, на святыню бежать. А, святыня не активна, лол. Короче, святыню активировали за 7 секунд до появления здесь Лины. Лина, задувка. Сейчас должен быть станчик в направлении Вэлла. Очень важно не подставляться. Вэлла в спину особо активно не бить этой линии, а то можно напороться. Но в итоге Лина фракта оформляет. Но вот то, что ребята использовали Шрайн без нее. То есть сейчас у Лины не так много опций. Хаста заканчивается, добежит она до базы. Возьмет там себе условный сапог ботл, да, и... После этого, соответственно, возвращаться уже на линию. Кто не рискует, тот не рискует. Джейсон Стэтхэм. Ну да, великий классик французской литературы 19 века. Это какие-то особые корни были визуально или мне показалось? Наверное, не показалось. Наверное, от того, что вот такой вот медведь, да, у ландруида. Будто бы корни были особые. С котелком, с этим легендарным. Так, кстати, Лина в итоге с ботлом без сапога смещается на другую линию. В миде оказывается тролль вновь. Ну, вот так вот. Ну и на топе у Тимбера дела-то по-прежнему неплохие. Тимбер хорошо против физики играет. Мы видели, как сам его Бристлбэк поднапрягал. На стадии Бристлбэк квилл спрей это физ демо через БКБ. Вот, но против физики у Эмбера дела будут неплохие, я думаю. С другой стороны, урон от этой способности не уменьшается способностями, блокирующими урон. Какая-то история Бристлбэка. И про его кивилл спрей. Ну, кстати, как же Тимбер-то его прессует, а? Тимбер нормально работает против этого героя за счет Рейлин Дес. Опять же, Тимбер это уникальный герой, где все спылы это чистый дэмэдж. Допустим, Энигма это два спыла, чистый дэмэдж, то первый это все-таки магия. А Тимбер это только чистый дэмэдж. Чистый дэмэдж, которому плевать на броню. Который контрится только количеством хп, по факту. Так, фейз у одного. Ну, Рейвен, видимо, через два медасика играть не будет, как в один момент был супер популярный билд на Лондруида.
Ох, мун, запирают. А смысл, окей, ревич есть. Если ты спасешься, то смысл был. Если нет, ну слушайте, спасается ревич нормально по трем героям, плюс по самону. И все-таки спасается Тайдхантер, пойдет сейчас до базы, до дому. Святыня опять же была использована. Ну да, да, в итоге нормально. Окей, хорошо, хорошо. В принципе, не прожать ревич и умереть, наверное, было бы хуже. Поэтому молодец, все грамотно сделал. Dire Structures of Fortified. Health Rider. Очень далеко за нас. Интусе у того 56 на 30. 50 на 4 у Тимбера. Взрывается трэпа. Тимбер. Ну, трэпа это опять же Magic Damage. Так, так, так. Кстати, не написан тип урона, но это 100% магический урон. Минус Сеги. Тимбер на развороте. Да ладно. Не, это супер нагло. У тебя Reactive Armor Level 4, но так наглеть, я думаю, все-таки не стоит. Гикам сейчас нужно давить, пока нет Ураваги. Ну да, да, они, грубо говоря, могли бы воспользоваться. Правда, здесь на линии появился Тимбер. Появилась, простите, Лина и Тролль, которые, в общем-то, откидываются с пылами. И ладно бы на Тайдхантер, они бы пошли бы ковать. То есть Тайдхантер что? Кракен Шелл, Энчер Смерш махнет и все. А на Лину и Тролля не могли, но нет, смогли. Все-таки Даш остается солыч, Даши попрессовали. Далее на Тролля, Тролль ультимативно, если что, имеется. Но это так, время потянуть. Тролля в любом случае заберут. Раскрутил топоры, маны нет на ультимейт. Кстати, касаемо тролля, стоп, а что его отпустили? Ну, фраг Рейвен отдавали, это 100%. Тем более, муж и пошел баунти руну контролить. Ну, все очень хорошо, на самом деле, для Geekfam. Опять же, 4 баунти руны. То есть, на 5-й минуте 4 баунти руны для них. На 10-й минуте 4 баунти руны для них. То есть, так Эвалон, конечно, загоняют сами себя в огромнейшие, я не знаю, проблемы. Проблемы будут большие. О, наш, 6 на 1. Мои умнички, умнички, я часто их как назовешь. Не спойлери, да, не спойлери, но он пишет хотя бы лайв счет, что происходит сейчас. Не пиши только по типу, о, выиграли там, красавцы. Как бы такое писать запрещено. Умоляю, не надо. Middle tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Да, мальчик, не уберу, так, наверное, поинтереснее будет. По крайней мере, немножечко. Но как есть. Но как есть. В момент, когда это вы видите. Да-да, я поэтому и говорю, что типа так можно. Как бы ничего особенного ты не делаешь в этот момент, в принципе. Но очень долго они бьют здесь строение. И помимо Тимера, вообще-то, и Шадушман. Но у Шадушмана буквально чуть-чуть еще нет 6 уровня. Есть тролль, но у тролля пока по факту нет ничего. 3000 у тролля, 3000, ребятки. Когда у Бристлбека 6, у Лондруида 5,5. Это, конечно, тяжелая ситуация. Так, вангард у Бристлбека. Но я считаю, что 3 маны в секунду это все-таки будет поприоритетнее. Потому что тебе даже Варпес дает бонус скорости передвижения. И зачем брать плюс 20 ритму спиду? Все-таки 3 маны в секунду для Бристлбека это приятное дело. Минус DH. Изи. Изи. Но все-таки Тауэр забирает Тимбер. Как же это было долго, честно говоря. Нас Интусей вело здесь и тоже, в общем-то, вышку они лопнули. Красиво. Красиво. Шадушман, Ксефер его сейчас соло чуть ли не забрал. И, кстати, заберет ведь. Гаш, если Тайдхантер, Ксефер не успевает кнуть последний раз на направлении Цеги. Ксефер уходит отсюда. Да ладно, но все-таки... Все-таки его забрали здесь. Ну и вы видели сами фиссуру от мушек. Муж он дозернулся, а потом вот здесь вот маленечко и подстрял. Пройти не удалось, и в итоге нейтральный крип, кстати, добивает у нас Ксефера, боже, я не знаю. Это рандом, серьезно, подошел древний грахозавр и тычечку нанес. Красиво, красиво. Только с матча по КС, что по бабкам, бро, что как дела, как ставки, как сам, как бабки.
Ощущение, что Эвелон мне деньги завезут. Ну, не знаю. Не знаю. Эвелон стартанули не так-то плохо. Опять же, вторую карту подряд. Но 4000 тролль. Я мало в него надеюсь, честно. Очень мало в него надеюсь. Хорошо. Дальше. Вэлла Муна здесь, конечно, уже заплевал и забрызгал, в общем-то. Квилд спрей, боже, вы видели количество эффектов? Я не знаю, жестко. 5 эффектов, 5. 4. 5. Вэлла, ты помнишь, что еще Т2 там стоит, нет? Не смущает? Видимо, не смущает. 9 на 2 становится у нас счет. Вэлла на базе уже. Да не-не-не, стопанис. Подожди, как говорится, не так быстро, котик. Вэлла, слушайте, ну это сумасшествие какое-то. Нас тут тусы в итоге забирает тавер. Здесь Тимбер очень долго, конечно, он эту вышку будет забирать. У него, конечно, есть таланты, которые ему помогают. Но вот помните, у Тимбера было плюс 100 к дэмэджу. Вот тогда еще и можно вроде бы тавера забирать. Ну, все равно супер-супер сложно. Не, ну это 1.57. Не, ну это Грац. Не, ну это мои поздравления, если так все у тебя, в общем-то, и получится. Если все получится, то мои поздравления, это точно. Опять баунти руны. 3 достается силам света. Я так понимаю, сейчас будет еще и 4. Где-то я не законтролил. Да, 4 баунти руны для сил света. И по идее, GeekFam последний раз отдавали руну у нас на... На какой же минуте они это... На первой минуте они давали последний раз руну. Минус Муши, Муши ультиматив. Ну, кстати, потратил Мун, идет очень далеко. Мун здесь без ревейджа. Вэлла, посмотрите, Вэлла маленько подставляется. Байбэк, это, кстати, шейкер у нас. Кстати, Хом действительно выиграет 2-0. Пацаны, коллектив. Молодцы. Минус Вэлла, Кингспри с него сняли за счет ультимейта Лины. Заходит сюда у нас Спирит Бэр. Корни с первой же тычки по линии, по-моему, с первой, да? Ну, круто. Не спойлери, не надо, не спойлери. 9 на 4, 2 фрага у нас оформили сейчас Эвелоны. Ну, я рад, что и Хом все-таки обошли своих оппонентов. Следующий матч, правда, это Альянс Винстрайк. Ух ты, через 8 минут по расписанию. Сильно. И Хом 2-1 как бы. Да-да, я говорю, и Хом молодцы, но я не совсем понял, как они одну карту умудрились лузнуть. Ох. Мне понравился момент, когда Дарксир стянул так, что... В итоге чуваки не успели забрать Аегис. И просто его тиммейт забежал и забрал. Это было красиво. Тимбер здесь, 13 уровень. Пилу можно вкидывать. Тимбер. Ну вот смотрите, у Муна через 4 секунды будет ревеш. Он пока вроде бы живой. Как насчет того, чтобы развернуться, стать левее и ревеш по всем раздать. А Тимбер бы что-то, допустим, делал. Ну окей, Тайтхантер байбэк. Это сейчас он прилетит на фулл хп и ревеш у него по-прежнему будет. Здесь есть выход на Тимбера. Тимбер Госкиптер прожимает. У него что есть? Госкиптер прикольно. Сейчас будет ревеш. Ревеш по троим. Темпларка успевает отсюда уйти, кстати, из-под ревеша. 10 на 6 становится счет. Висп выкупается. Висп готов сюда прилетать просто в солыч. Алину забрали. Висп кому-то зернулся. Ты зернулся на токе к Бристлбэку. 11 на 6. Ну, 11 на 7. Да, это было близко. Виспа забрали после байбека. Нас интусей. Ультимейт от Лины в рефракшн, по-моему, залетел. Тайт за центричник, даблкил оформляет Тимбер, 11 на 8. Ну и Висп, который умер после байбека, это как бы жестко. Ну-ка, дальше на Вело. Со Спирит Весса у нас находится Бристлбэк. Окей, хорошо. Ну что, 11 на 8, 2 байбека было от сил тьмы, 3 смерти от сил света, байбек от виспа, еще одна смерть, то есть это, грубо говоря, 4 смерти. 4 на 2, ну и на выкуп они делали один меньше, 2 по золоту, даже плюс здесь вышли, ребятки, с тьмы Эвелон. Ну и у Бристлбэка проблемы, Вэлла задули, да ладно, ребятки. Стоп, Эвелон. Что вообще происходит? Что творят демоны на Эвелон? Слушайте, разыгрались. Разыгрались. Пока не надоест, разыгрались. Так. Слушайте, мне нравится. Т2
Тайдухи нужен Аганим. Тут Аганим, ну да, 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 мы тут видели недавно Аганима Тайдхантер, насколько круто он работает. Но я не уверен сейчас конкретно, то есть, окей, он возьмет себе медальку, он возьмет себе талант на плюс 5 к уменьшению брони от Гаши, возьмет себе Аганим, но ему куда как лучше было бы его не приобрести, а получить из Рошана, на мой взгляд. Шейкера появляется Блиндагер, ну, муж и 19 минута. Появляется... А, в принципе-то и нормально. Муж и 0 на 2 на 4, сапог, винлейс, Блиндагер и все. Что Аганим дает Тайдхантеру? Гаш, получается, направленный не на человека, а на область. Радиус со скипетром... Он супер страшный, честно. Во-первых, радиус 260, во-вторых, дальность. Не 1800, а 2200. 2200 это... Больше даже. Короче, это жестко. Это супер жестко. И к тому же ты делаешь, получается, минус 7 брони, берешь талант, плюс 5 это минус 12, на кого-то ты еще кинешь солары, то есть там старшенный просто минус армор. Так, фейзы и башер появились у нас у тролля. Ни Яши, ни Диффузов, ни Манта Стайла, ни Бэтл Фьюри, черт возьми, как недавно он с тролль решил подформить против Свена. Просто башер. Первым же, грубо говоря, серьезным артефактом. Это шок-контент. Да, да, это шок-контент, это прикольная тема. Шадуш-шаман фармит себя ганим. Ну-ка, выход на Лину. Лина, проблемы. Ну и Лина, проблемы закончились, в общем-то, да, Лина, проблемки закончились. Изолятор у Тепларки, Драгон Лэнс, без Блиндагера, обратите внимание, играет на Сентусей, далее это будет Харикен Пайк. Ну, против тролля и контри тролля, понимаю то, что тебя может шальной там Тайдхантер, Тимбер, Лина, задувка сбить тебе Блиндагер, Шадушман где-то встретит и так далее, а пика у тебя в любом случае работает. Фнатик и Кфэм, слушай, я такого не помню, если я такого не помню. Куда летят пацаны? Пацаны летят на топ на Муна. Мун есть красная кнопка, но... Шейкер, боже, Муша. Зачем это был этот тиммейт? Муши. Ну, nice move от Муши, все, что я могу сказать. На темпарке с двумя рапирами бы сейчас явно парень получше исполнил, чем этот вот Рейвенш. Ну да ладно. Только фракт он оформил, и у нас минус Shadow Shaman. Кстати, опять баунти руны, наконец-то две забрали Эвелон, давайте это отметим. Ну что, Эвелон с нулевой минуты до 15-й ни одной руны не законтролит. То есть на нулевой они взяли две, на 10-й 0, на 15-й 0, и вот на 20-й опять же две. Ну, хоть как-то. Хоть какой-то ап, скажем так. Стоп, а что уже доиграли Royal Geek Royal Newbie? Ниби проиграли 2-0. Тут я думаю, откуда зрители? Откуда зрители, думаю, как так? 11-12 пользу Эвелон. Смотри, заходишь на этот сайт, чекай счет. Джон Джонс, ты его зря отстранил, потому что чувак просто писал, собственно, счет, когда он стоял на F10. То есть ты маленько не прав. Он просто писал счет, когда он ставил на первые 10 убийств. Первые 10 убийств в итоге здесь за гикфэмами, а счет, который там написан, он вообще ну, не имеет права на существование. Он неправильный, вот и все. Ну зря ты так с ним делал. Так, ну, цепляют у нас здесь Самона. Самон, кстати, с молниями, с Mask of Madness. Вчера мы видели Самона с Mask of Madness. Это сугубо ломательного рампа. Ревеш этот Хантер шикарный, почти рым. Нет ультимейта сейчас у Шейкера. Шейкер... Шейкер, ну, просто куда-то дальше попытки уйти. Минус Сеги, кстати. 4х комбо, 520 урона. Нафига нам это знать? Ходить можно бан, но это сделал я. В общем-то, откатил. Минус Вело. Вело даблкил, кстати, оформил у нас. Только что Лину все-таки добрали. Ну что, 15 на 11, 23 минута. Ребятки, Мастерпинг Борды стоят. Все это время они бьют Рошана. Ну, я не знаю. Как-то, конечно, не особо надежно на этой карте исполнять. У нас гикфэм относительно предыдущий, что супер-супер странно. Блядь, здесь Висп. Висп опять в соло. Вспоминаю, что в прошлый раз Висп после байбека прилетел в соло на центральную линию. Его тут же забрали. Муши, грамотная фиссура. Здесь ребятам вообще нечем было ворваться. Ну и все окей. Нас тут сейф все-таки Аигис подбирает. Так, выход дальше на Мун. На Мун 19 зарядов на стиках имеет. За стики он жмет топорик и кидывает тролль. Ну, хоть как-то позамелить. В итоге отпустили Муна. 15 на 11 счет. Тролль Лотар себе приобретает. Надо надеяться на слишком. А, да, я помню такую фишку. Типа, я...
Знатная девственность. Да-да, что-то такое было. Помню, разочек. Присутствовало, так сказать. Ну что, 15 на 11, гост у Тимбера, Гардиан Грис у него же, далее будет Лоту, здесь Владмир с медалька, будет Солар Крест, ну да, ганим здесь возможно. Шадушман взял пейнтбустера, хочется и Глиммер, и Аганим, и Рефрешер, все хочется. Тролль, конечно, странный билд, Яши не хватает, две атаки в секунду, но тем не менее. Ну и далее будет Сильвер. Сильвер окей, он, ему просто приходится брать себе Shadowblade и Сильвер, играя против Бристлбека, приходится рашить данный артефакт. Тут понятно, и это уже не его выбор, а, собственно, навязанный артефакт, который ему приходится брать. Муш и вновь не идеальный выход сюда, как мне кажется, Муш, и вот что не ульт, так в одного. Собрали Дэша, Муши тут же, кстати, лопнули после его врыва. Не знаю, Муши что-то как-то на шейкере не возбуждает. Не особо хорошо. 17 на 13. Даблкил оформляет у нас Тимбер. Nothing to say здесь. Nothing to say спрятаться в Мелди бесполезно. Здесь есть центричник. Он поздновато уже это понимает. Трипл килл залежает для Тимбера. Ребята, вы что делаете? Что творят Эвелон, я не понимаю. 17 на 15. И Эвелоны, которые до этого умудрились проиграть 7 карт подряд. А GeekFam до этого у нас... играли супер-супер круто, и у GeekFam'ов до этого было 7 карт выиграно из 8. С учетом этой первой, это было 8 из 9. И в итоге такие вещи происходят. Так, или я что-то неправильно делал? GeekFam, короче, сложно. И было выиграно 5 из 6, теперь 6 из 7, и вот 8 карта, и что-то как-то пока непонятно. Так, Висп отсюда улетает, но Висп, наверное, все-таки один будет возвращаться. Ну да, тут понятно. Знаете, кстати, что неудобно сделали у Виспа? У него цифры где-то внутри никнейма. То есть раньше они были так высоко, и это было супер хорошо заметно, через сколько он вернется. Сейчас пришлось вглядываться, приближать и так далее. Это очень опасно для GeekFam. Но еще раз говорю, вот сайт. Заходите, чекайте, проверяйте, как говорится. Ну да, неужели вот сейчас реально чуваки проиграют вторую карту из 8? И вот не кому-то, а коллективу Эвелон, который до этого проиграл 7 из 7. 7 из 7. 7 of 7. Да. Ну и сейчас, я не знаю. Эвелон. Сегодня удивительный, конечно, день. И пока они реально могут. Могут и продолжают нас удивлять, в общем. Да, с Middle Tower, Thunder Attack. Серьезно, вы забрали Т3, и оппоненты с вами не могут драться. И тот же самый Лон Друид в этот момент пытается тоже забрать Т3. Короче, челы. Где там Висп? Висп прилетает сюда, дабы увести с собой Лон Друида, как я понимаю. Интересное решение, если честно. Висп. 4, 3, 2, 1. Нет, это как бы все классно и прикольно, но просто вы потеряли полноценно одну сторону. И то, что здесь не было виспа, это может быть не столь круто сказалось, но хотя бы Велоты бы помог. Байбекается сейчас шейкер. Ну давай, Муши, самое время выдать ультимейт не в одного. Бро, Муши в твоих! Шикарно! 6x комбо. 11x комбо. Да, вот сейчас 7 сгуд. Мун. Огромные проблемы у Муна. Мун. ХП закончилась, проблемы тоже. Тиммер закидывает госкиптер, Тиммер пытается вырезать. Муши он забрал, Муши after buyback, как говорится. Ну и дальше Тиммер. Тиммера должны сейчас подцепить, летит тычка от виспа. Это плевать, Тиммер, лоту сорп на себя вкидывает. Тиммер, какой же у него мощнейший Тиммер чейн, а? Ну, Тиммер, да что ж такое. Да зацепите его, а уже, ну, окей. Добила урна и, по-моему, трэпа еще лопнула. Или как, темпларка? Ну да, трэпой. Трэп убивает. Гики сливают катку. После того, что они в этой группе имели 3 победы и 1 ничью. Увидеть сейчас ничью от Эвелон, это будет супер странно. Да, как бы сегодня фавориты у нас уступаются. Я имею в виду матч X-Deck и Тайфун, когда с деки 0-2 слили Тайфуном. А так с деки обыграли Эвелон 2-0, IG с тайчиками 1-1 внезапно. Но то, что GeekFam и Эвелон сейчас могут сыграть ничью, это тоже, в общем-то, удивление. Реально, они могут сейчас играть ничью? Я пока в шоке, честно.
Темпларка Сильвер Эджа. Да. Против Тимбера? Ну окей, окей, может быть Темпларка Сильвера против Тимбера. Допускаю, ставится пауза. Просто, ну это же странно. Ребят, ну вы же согласитесь, что это странно. Честно. Рафлан лицо. Рафлан лицо. Вау. Вот это прикол. Возвращаемый урод от Blademail имеет тот же тип, что и полученный. Держите в курсе. Самое важное, держите в курсе. Шаман Буком пишет. Типа, пацаны, мы лидируем, что делать? Что делать? Мы этого не ожидали, мы лидируем. Что делать дальше? Вот так вот, наверное. Ну, Bottom Shrine has fallen. Все-таки медведь тогда Т3 тасгрыз. Здесь подцепили кого? Подцепили Лину. Лина, Лина, девочка моя. Окей. Продолжаем. Ну, а Темпларке нужен Улифайр, по моим ощущениям, сейчас. Или... Вот даже непонятно, честно, непонятно, что надо. Ну, Темпларка с Сильвером, это, конечно, вы давненько видели Темпларку с Сильвером, ребят? Даже понятно, почему этот Сильвер, даже он обоснованный, тем не менее. Ситуативно это может заехать, это прикольно. Тайдхантер, 2 секунды до реведжа, секунда до реведжа, но вот... Даже если бы он нажал, тролля здесь все-таки не было. И вряд ли. Но Тайдхантер может выкупиться, кстати, под этот ревеж. Сейчас гиквемы попытаются. Рейвен прожимает Mask of Madness. Именно им, с ним работает Висп Тезере. Ну и Тайдхантер. Тайдхантер. Вот ему бы так-то на Шрайн пролететь. На Шрайн уже нет. Шейкер на врыве. Ультимейтом. Тайдхантер после байбека. Боже, вот сейчас досталось... оказалось достаточно, простите, того, что муж оборвался в одного. Выдал эпицентр. Эхостем, простите, но самое важное то, что он забрал Тайдхантера после байбека. Бристлбэк, присут Брисла, Шейкер на врыве. Теперь бы фиссурку ему откинуть. Фиссуру по двоим, хотя бы, дабы они не гнали за его тиммейтами. Здесь, правда, есть тиммер, а Бристлбэка уже нет. Бристлбэк без байбека. У него банально КД, у него даже бабок. Нет, бабок достаточно, у него КД. Висп отсюда улетает. Висп. Будет ли Висп сюда прилетать с друидом? Да, походу, нет. Виспа здесь просто, в общем-то, сейчас заберут. Ну, понятно, окей, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ксефр, да даже ты зернуться здесь некому. Твое лицо, когда некому ты зернуться. И ты один, и тебе грустно. Ну, да, наверное, это хорошо. Эфириал Блейд появляется у нас у Тимбера. Слушайте, игра-то все удивительнее и удивительней, честно говоря. Игра все страннее и страннее. Фарстаф у Шейкера, муж и 15 уровень. Ну что, броня либо мув спид. И то хорошо. Плюс 30 к мув спиду, замечательно. Так, Бристлбэк, Вангард, который можно будет апнуть до Кримзона. Лотус Орб, который ты ни во что не апнешь. 25 здоровья в секунду, 250 к здоровью, 20 к мув спиду. Странно, что это все-таки не плюс 3 к маны, а 20 к мув спиду, но тем не менее. Глиммер Кейпа, Виспа 15 уровень, плюс 8 здоровья в секунду. СТРВ вышечку забирает здесь. Темпларка, Драгонлэнс, который можно апать. БКБшечка дальше. Без Блиндагера играет у нас Темплар Ассасин. Ну и Лондруид. Но идея купить себе Рейдианс на 32-й, это не очень. Да, у Медведя есть Мьёльнир, есть Mask of Madness, МКБ. Честно, я бы Рейвену посоветовал купить Аганим в данной ситуации. Своим юнитом фармить леса. И при этом, соответственно, направить Самона на бараки и так далее. Причем тебе при пуше бараков можно будет хоть на базе стоять. Самона, если что, ты перепризовешь. То есть, чем фармить себе Рейдианс на таком этапе? Они просто пытаются, грубо говоря, если что, с Рейдиансом толкать линии, дабы не так просто здесь было продавлять Эвалоном. Допустим, вас давят по топу, да? Новый топ там отпушили, допустим. Нет, окей. Давят Эвалон по миду, Лондруид пытается отпушить Самоном на топе. Но, реально, возьми себе Аганим и попробуй. Попробуй сделать так же. Слушайте, но Эвалон внезапно в последней карте сегодняшнего игрового дня подарили нам нифиговую такую интригу. Приятно наблюдать. Кстати, минус DH. Еще бы показывать фраги, вообще бы замечательно. Так, Тимбер. Ну, нужны корни, естественно, по Тимберу. Иначе его никак не зацепить, контроля там немного.
Тиммер далее планирует себе Октарин-кор, перезарядка способностей и предметов. 3-4 на Тиммерчейн его и так не поймать, а тут еще будет минус 25% КД. Это вообще забей. Это просто вообще забей, как мне кажется. Так, здесь будет Solar Crest, ганим. Ну, то есть, как я и рассказывал, Тайдхантер, Solar Crest, ганим и талант на уменьшение брони от Гаш. В принципе, все понятно. Забрали. Сейчас Тиммера, Тиммер забрали через все, что можно. Оглушение, оглушение. Тот момент, когда, опять же, Эхослэм вроде как. И Эхослэм в одного, и Эхослэм пригодился. Сейчас уже байбеки. Ну, немного рано, я думаю. Начнется битва, и там пошел. Там выкуп открою. Шаду Шаман. Вот это то Гракс. Ну да, это по-прежнему сначала Аганим, потом уже будет БКБшечка. Ну, наверное, будет. Сыру Бристлбека, а Егис достается Темпларке. Так, Бристлбек, Висп и Темпларка в спину, простите. Шаду Шамана минус. Ну, тут ставили Сентричник четкий и Цеги забрали. Хорошо, слушайте, ребятки, хорошо. Играют, нормально, нормально играют. Саша Яша для Бристлбека. Ну, блин, 34-я минута, к этому времени Саша Яша бы по-хорошему поменять уже на что. Ну, да ладно. Ну, а здесь тролль, апнутые молнии. Сильвер Эдж, Башер, далее Скади. Байбеки, ключи призыва, пацаны. Ну, реально, ну, начнется битва, покажу байбеки. Ну, окей, уговорили. Ну, вот смотрите, есть ревиш от Тайдхантера. Эти ребята будут, не будут выкупаться, непонятно. Да, наверное, уже не будут. Что там 10 секунд остается. Лина пока отпушила ботом линию. Максимум, что успеет забрать силы света, это одну сторону. Да и то, с чего бы вдруг. Чуваки, кто будет спойлерить? Ну, серьезно, привет, как говорится. Вы посмотрите на эту скорость атаки. 0.30. Сколько? 0.35? Это 3 атаки в секунду. Это 3 атаки в секунду. Минус казармы ближнего боя. Тайдхантер уже с аганимом. Божечки, вместо 40. Это красавчик какой. Ну вот ревиш, ревиш некрасивый. Очень далеко здесь срывается Тимбер. Тимбер. Пила до сих пор работает. Нас Сентусей в итоге здесь выживает. Боже, вот драку нужно показывать именно вот так. А продолжить, к сожалению, нечем. Тайдхантер уже ревиш-то потратил. Есть ревиш. Вы посмотрите, вот отсюда, вот мать вашу, до сюда долетает Гаш. Кидывает минус армор. Что там по левелу? 20 уровень, плюс 5 камечей брони. Это минус 12 по области. Это супер жестко. Это супер жестко. Минус 12 армора по области. Пацаны, подписывайтесь на Twitch, буду благодарен каждому, кто подписался. То подписок супер мало. Каждый день стримлю, подписок супер мало. Надо еще. Еще 1020. Я буду супер доволен, наверное. Хотя бы как у дека 33 тысячи, давайте. Всего-то 19 осталось. Ай, как грустно. Ну что, Скади будет у тролля. Плюс 40 урону вместо уклонения. Плюс 90 урону от Рюлин Аксес. Нулифайр появился у Темпларки. Темпларка со мной согласна, что нулифайр необходим ей. Плюс 4 снижения брони от Мелд. Драка, битва и движуха. Но на одну лишь лину. Кстати, здесь Шадоу Шаман. Шадоу Шаман. Попытка сделать эбаут. Висп, 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 висп. Правда, только что был... Что? Хекс? Ну и ладно. В итоге Шадоу Шамана должны здесь лопнуть. Приходит сюда тролль. Вела. Дальше. Тайдхантер. Ну вы посмотрите, откуда, божечки. Божечки, божечки, как же это работает. Хексанули Бристлбека, нас Интусейд, да подставьтесь вы тут все под него, в общем-то. Муж, у него есть ультимейт, и казалось бы, как хочется ворваться, но банально чуть-чуть не хватает маны, теперь его фокусит. А тролль Муши выживает, Муши, все-таки хп закончились, как говорится. Ну, это очень обидно. И прожимать сейчас байбек ради ультимейта, тоже не самое лучшее решение. Все-таки потом у тебя байбека не будет, ультимейта не будет, ты вообще считаете фулл бесполезный. Да, Тайдхантер, который взял себя Ганим в приоритет всего остального, это красиво. Красиво. Это действительно круто. Так, здесь гоняются за Цеги, Цеги, Глиммер КП имеет свойство заканчиваться. Но он тащит на себя оппонентов, а в это время его чуваки сносят Т3. Сносят и сношают. Красиво. Рейвен, Киллинг Спри, замечательно. Слушайте, нужно драться сейчас все-таки, нужно драться, мне кажется. Так, обратите внимание на позицию Бристлбека. Бристлбек, как же не хватает ему Октаринкора, как же не хватает ему вампиризма способности. Мида в спину подставляться, это Блейдмейл прожимать, боже. А он себе Сашу Яшу, блин, берет на 32 минуте. Ну о чем речь-то вообще? Появился Аганим для Шаду Шамана, второй Аганим. Ну, Мастерпинт Варды бьют по двум целям каждая змейка. И, соответственно, дальность атаки со скиптером 10-25. Это супер приятный талант.
Особенно при пуше. Супер приятный талант. 27 на 23. Мозгов не хватает Бристола. Просто я бы посмотрел, как Валина била, как бы его бил тролль. Спойлер, никак практически. Так, очень далеко у нас срывается тролль. Тролль. Ультимативно врублена. Сколько на нем бафов и дебафов. Вы посмотрите. Он активно гоняется за Рейвеном. На развороте по троллю Темпларка. Боже, тролль сдох. Как же ты так умер, дородненький. Даблкил оформляет у нас Тимбер. Тимбер с флоту с орбом пытается отсюда уйти. Муши врыв. Вот на этот раз врыв по двоим. Но этого оказалось достаточно станчика длины. Фокусят у нас здесь именно шейкер. Байбаки перед вашими глазами. Выкупился Вис. Муна нужно забирать. Кстати, там нет выкупа у Тимбера. Смотрим на Лину. Лина байбак, если что, доступен. Лина нормально подстанилась. Продолжение. Нули фаер. Заглушение. Трипл килл для темпларочки. Красиво, в общем-то. Ну... Шейкер выжил в итоге. Шейкер байбекнулся, прожал ультимейт. Как я говорил, кто ты после байбека, после ультимейта, но... Шейкер. Не подставляешься под шаду шамана. Так, темпларка приобретает себе Харикен Пайк. Замечательно. Есть байбек. Но сейчас нужно лоун друида, получается, дойти с самоном. Все-таки самон-то с Рейдиансом. Рейдиансом КВ молнии Mask of Madness. Прикольный билд. Над пуш, так сказать. Ну, дальше. Минус цеги, кстати. Как они тебя забрали, родненький? Проклятие, заглушение, 920, понятно. Страшно. Ну, знаете ли, я был уверен, что это будет скучно. И в начале этой карты, если вы помните, я предложил комментировать так, будто бы Geekfam не разорвали Эвалон на первой карте, будто бы Эвалон на равных умеют сражаться с Geekfam. И, в общем-то, так я и комментил, и знаете ли, игра такой стала. Короче, new meta, нужно комментировать так, будто андердоги умеют разваливать. Я понял. Ну, походу, Geekfam вторую сторону. Боже, как же! Две тычки, до свидания. 2 секунды минус бараки. Ну и сейчас появляется тролль, появляется тайтхантер, а у вас уже мега-крипы будут. Точнее, у оппонента мега-крипы. Плюс 400 к дальности кисурки. Можно просто вот так вот отрезать. Отлично. Минус казармы дальнего боя. Так, добей на мужика. Но мало хп у Стрельбера. Ладно, остается один, в общем-то, барак. Вот он, так сказать, камень преткновения. Точнее, несколько камней, раз уж это постройка каменная. Но... Понятно, Тайтхантер. Здесь до Реведжа еще 23 секунды. Я уверен, что есть тайминг сейчас у Geekfam. Смотрим дальше. Стоп, Висп. Висп что взял себе? Тезер дает цели бонусы от Аганим Скипетера. И он привязался к медведю. Да, вот она фишка. Клоун Друидо. Но тут же развязался, так сказать. Посмотрите, 247 хп у казармы мечников, божечки. Вот чуть-чуть. Вот я не знаю. Вот зафокусить, забрать Изил. Ну да ладно. Так, Кандер Солар Квестом, кстати. Ох. Ребятки, не забываем о том, что завтра с 8 по МСК группа А на этом же ивенте. 3 серии группы А. Просто иллюзии темпларочки. Вот тут чуть-чуть напробили, кстати. Самое забавное, 60 хитпоинтов вынесли. Да, красиво. Форстап, блин, Dagger U. Если гики минут 20 не будут заканчивать рофл. Темпларка в БКБшечке. Нет, о, лол, что? Показалось, простите, показалось. Не знаю, как так показалось, но визуальные эффекты. Когда они меня смущают. Ну вот смотрите, будет ли Висп с Темпларка лететь сюда. Нет, Висп с Темпларка летят на топ. Тут есть Тимбер. У Тимбера, правда, доступен выкуп. Но как же быстро его забрали. Божечки. Тут вам никакого Октаринкора. Тут вам супер быстро. И единственное, что бабок у него хватает на байбек. Это уже замечательно. Но Soul Booster здесь вроде бы призван его укрепить. Однако видели сами, что он рассыпался буквально за 4 секундочки. Да, быстро. В боте ДД! Сейчас бы вишен силам света. И изи. Кто напишет ответ все, отправляется в банчик. Уникальная опция. Уникальная возможность. Тиммер байбекается, окей. А что делать? Пришлось. Они хотят хорошо подраться под Рэвэдж, но фишка в том, что в Рэвэдж никто не раздает троллю недостаточно дэмэджа.
Тролль, в общем-то, пошел больше в контроль. Тимбер, ну не выкупить, так там вообще дамажить нечем. Дабл дэмэдж для Муши в итоге. Муши, ух ты, жесткий какой. Жесткий Муши. Жесткий Муши 18+. Все, что я могу сказать. Рошан, ну рефреш и шард, правда, здесь они аганим, но рефреш и шард... боже, рефрешнуть первый спелл темпларки, рефрешнуть шейкеру. На крайняк клоун друиду, я не знаю. Рефрешер здесь не столь юзабелен, как аганим, допустим. Потому что самому друиду это было бы прям вау. Но тем не менее. Завтра во сколько? Как обычно, 8 МСК. 3 дня грубого этапа начинались в одно время. 4-й день абсолютно точно так же, но только завтра будет 6 карт, а не 8. И не пиши мне, пожалуйста, с утра подрубай стрим. Я его всегда подрубаю минут за 20 до начала карт. Не раньше, не за 2,5 часа. Но я уверен, что ты напишешь. Цеги забрали, цеги байбек. Так. Обязательно напишу. Да я тоже был уверен, что ты напишешь, в общем. Рефреш и шарт нам на это намекают. Тут казарма мечников уже потихонечку восстанавливается. Что там делал тролль? Что там делал тролль? Короче, на мой взгляд, Вис цепляется к друиду. Вы окольными путями ведете Самона. Приводите сюда его к Мирибараку. Нажимаешь Mask of Madness. И все. Что там делал тролль? Я не понял. Пытался продавить, но такое. Силы света забирает Рошана. Нас интусей подбирает Аегис. Кому рефрешер? Че, рефрешер? Рефрешер лишний? Темпларке дайте рефрешер, пожалуйста. Пларка с аганимом, есть псионик Projection. Приводя ее в действие по прибытии, да. Тут был вопрос, взрывается трэп или не взрывается, когда ты на нее прыгаешь с аганимом, взрывается. Тролль байбекается, выкупов нет ни у кого из сил тьмы. Сейчас очевидно то, что Geekfam должны затаскивать. Есть ли кто-то, кто поймал максимальный кэп на Geekfam на этой карте, напишите мне, пожалуйста, сколько это было в цифрах, мне прям дико интересно. Я думаю, всем интересно. Ну вот он заход. Кстати, как же долго ломали этот обсервер вард. Боже, Рейвен. Да добей ты уже, а? Чё ж ты боишься-то? Батлкрай дает невосприимчивость. Вот пока Батлкрай работал, я бил бы, но там, правда, глиф. 1.4. Если так, то это круто. 1.4 это круто. Бабочка от него, 0.67. Можно Висп к нему вернуться. И все. Висп, куда полетел Висп? Лол, что? Просто с баунти руной? Сейчас еще баунтер, ну прикольная идея, конечно. Потратить ультимейт ради этого. И сейчас прилетит, да? Красиво. Да, кто успел совить на GeekFam? Ну, вроде бы сейчас последний барак и мои поздравления, наверное. Потому что против мега-крипов сила тьмы здесь драться будет невероятно сложно, я думаю. 248, не верю. Дейдалас готов от импларочки, но вот... Я думаю, они супер жалеют, что тогда они не суициднулись в этот барак один раз, оппоненты бы ничего все равно не сделали. Но вот он Battlecry, и ты заходишь, и ты все равно, в общем-то, этот барак сносишь. Красиво. Подцепили здесь темпларочку, темпларочку бьют, а Егис потерян. ПТ в себя вложи, дорогуша. Шейкеро, Муши, ну со второй попытки, Муши, 500 миллиардов лет в доте, а ты жмешь ультимейта. Муши. Ну, твою уж налево. 500 миллиардов лет в Доте 2, и ты нажимаешь ультимейт перед блиндаггером. Ай-яй-яй-яй-яй. Не суть важно, конечно. Вот вы не поверите, я только сказал. А прикиньте, Муши нажмет раньше ультимейт, чем прыгнет. Ну, тут, конечно, мастер пинварды и все такое, но... Но, блин, бро. Муши бро, ну, короче, ладно. Их на Бристлбека, оцепенение Бристл нормально так бьют, кстати, Лина... Лагуна уже, наверное, не самая лучшая идея. Муши здесь в итоге фиссурка откидывает. Нет байбека у Шаду Шамана, естественно. Да там ни у кого нет выкупа, помимо Лины. Лина, ну, Лину сейчас тоже заберут. Ультракилл для нас Интусей. Давайте рампашку сегодня, а? Давайте рампашку внутривенно, внутримышечно и внутри везде. Давайте, пожалуйста, это будет красивое окончание этого дня. Мун. Вот не дай бог кто-то рэмпэдж заберет. Рэмпэдж. Красиво. Это было действительно абсолютный лепефект. И победа коллектива 2-0. О, победа коллектива GeekFam со счетом 2-0. Скажем честно, это было одно из самых интересных игр в итоге. Я боялся, что это будет прям совсем тупо и скучно.